день, дорогие друзья. С вами Алексей Мороз, Василий. Приветствую. Компания «Крофмонтаж». Что хочу сказать, друзья. Я не спал всю ночь вчера. Просматривал видеоролики в YouTube. Обход трубы для металлочерепицы. Я был в шоке, поэтому я не спал всю ночь. Я решил поехать сегодня. У нас там есть дымоход на кровле. Я сейчас сам лично постараюсь записать мастер-класс от начала и до конца и вам показать. Мы едем на своем бэтмобиле. Я взял с собой свои инструменты и полон энергии. Обход дымохода лайф. Оставайтесь с нами, будет интересно. Прибыли на наш объект. Хочу показать, я соорудил небольшой такой верстачок. Здесь гладкий лист, где я буду заготавливать, делать заготовку под обшивку дымохода. И хочу показать набор инструмента такой, самый необходимый. Ну, это набор ножниц, правые, левые и, так сказать, продольные. Щипцы 45 градусов, косяк, это цапля, так называемая, вы увидите. Киянка, бендер. Нужно снять размеры, сейчас мы пойдем снимем наверх. Вон он, видите, там наверху. Все, сейчас полезу. Итак, дорогие друзья, вот сам наш дымоход. Конечно, это старый металл, мы обшивку не делали. Наша задача сделать фартук. Там проклеена гидроизоляция, чтобы не затекала вода. Существует вообще несколько способов устройства дымоходной трубы для металлочерепицы. Я знаю 3-4 способа. Но мы сегодня рассмотрим один, самый такой действенный, который я, так сказать, употребляю на своих объектах. Вот. И сейчас начнем снимать размер. 115. Ну и вот задняя часть, боковые. Теперь мне надо их изготовить из гладкого листа. Часть занимает работы заготовка этих комплектующих, а потом часть монтаж наверху. Загибаем бендером. Это вместо гибочного станка. Вот эти мы загибаем заготовки на месте. Проходимся и потихоньку вытягиваем, приподнимаем. Теперь нам нужно, естественно, отрезать. И отрезаем. Вот эти линии изгиба я потом покажу, для чего они нужны. Итак, так, сгибаем боковой. Я заготовил 3 заготовки. Обратите внимание, вот задняя часть. Сейчас пойду монтировать. Сделал отбортовку, чтобы под металлочерепицей. Здесь я закреплю клеммерами. И 2 боковых. Вот, согнул ребра жесткости. Вы видите кромку, чтобы пожестче. И вот они имеют такую форму. Видите? Это чтобы верх волны металлочерепицы, еще загибчик, чтобы снег не наметал туда. Вот. Ну, пойдем монтировать. Айда на кровлю. Нижний лист эндовый. Стесняться не надо, можно сюда придавить ногой. После того, как мы уложили нижний лист обхода трубы, ни в коем случае нельзя здесь делать дырки. Все крепится на клеммера. Забиваем клеммера. После того, как установили задний лист на дымоход, устанавливаем боковой. Но нам надо вымерить расстояние, сколько нам нужно обрезать. 15,5 сантиметров. И вот нам надо сделать 15,5 сантиметров, вырезать, чтобы этот лист примкнул к этому. Согнул боковой лист, видите, конвертом. Здесь нет разреза. Сейчас я вам покажу, как я это сделал. Вот. С этой стороны он так смотрится. Ребят, самое главное, как согнуть конверт. Смотрите.
показываю. Сначала наметить. Потом в дело вступает цапля. Это такой инструмент, он как раз поможет нам этот конверт поднять и сделать сам конверт. Видите, как он складывается. И потом мы это все... После того, как мы согнули конверт, надо нам вырезать полукругом. Это все для того, чтобы избежать разрезов на важном участке кровли. Это обход дымоходной каминной трубы. Нам надо плавно сгладить переход, и тогда у нас замок будет без разрезов. Итак, вы видите, у нас получился полукруг со складкой. Да, это не разрез, это складка. Вот. И надо сделать такие две детали. Вот, ребят, смотрите, так как мы вложили сюда задний лист, самый основной, он должен быть обязательно цельный, не засамореженный и так далее. Вода уже у нас отбрасывается вот за эту волну. Вот. И объясню, для чего конверт. Смотрите, я прикладываю боковой лист. Видите, здесь не разрез, а складка. И будет фальцеваться. Мы будем загибать без разрезов вот по этому замку. И специально загибали мы 2,5 сантиметра, видите, вот вверх волны. А это небольшой подгибчик, сейчас мы сюда засаморезим, и она уже будет держаться, и водичка будет отбрасываться, и меньше задувания сюда, в эти места. Его нам надо сначала сейчас наживить. Теперь, видите, обрезаем запасом нижний лист. И мы потом будем заворачивать, соединять. Как вы видите, очень трудоемкая, кропотливая работа. Как видите, мы загнули, нету ни одного разреза в этой линии. Вот. И надо нам теперь это все... Вот мы сделали со вторую боковую сторону, видите, это вот складка без разреза, и вот без разрывов одинарный замок сделали. Вот можете посмотреть отсюда. Вот, можете посмотреть отсюда. И водичка уже сюда будет обтекать и выскакивать. Сейчас я этот завалю замок и повторю вот этот изгиб. Итак, друзья, темнеет рано. Декабрь уже на дворе. 4:30, уже темно. Но я все равно, мы сейчас доделаем вам дымоход. Это передняя часть, так сказать. Видите, здесь уже более открытый угол. С двух сторон. Сейчас пойдем вставим. И вот, друзья, вставляем переднюю часть. И крепим переднюю часть. Крепить надо именно вверх волны. И сейчас нам остается также подрезать. Я вот так очерчу, подрежу и сделаем замок, который вы уже видели. Итак, дорогие друзья, все, закончил. 6 часов вечера, хотя начали мы во сколько? В час приехали? Да. В час, пока раскачались, ну вот, возились. Хочу показать, как подшит наш дымоход. Вот вы видите. Здесь складка. Вот. Передняя часть, смотрите. Осталось его завтра, ребята, загерметизируют сверху. Вот эти места пройдутся герметиком.
Вот передняя часть, видите? И нигде все согнуто, подогнуто, чтобы не заметал снег. И сзади целиковый лист. Вот. Вот с этой стороны. Возьми. Вот здесь мы. И получается, вот я поднялся наверх. Видите? Вот ряд металлочерепицы. Следующие ряды, вот там стык, будут накрываться вот по сих пор металлочерепица. И будет находить на этот лист. И как говорится, даже здесь будет клубиться. Здесь уплотнитель, ребята, сделают. Вот такой, как на Индове. Вот это. Кстати, индовые на клемера. Так я вот показал, как нужно обходить дымоход металлочерепицы. Надеюсь, мое видео пригодится кому-нибудь. Оставайтесь с Кровмонтаж. Будет еще много и много интересного видео. Итак, пока. С вами был Мороз Алексей. До новых встреч.